Всем доброго времени суток. Сегодня уже третий обзор по игре Predator Hunting Ground. И поговорим мы не о багах, какие в ней безусловно присутствуют. И даже не о командной игре, которая крайне важна здесь. Хотя вряд ли удастся обойти эту тему полностью. На этом примере мы видим, как хищник построил нам ловушку. На лечении, на аптечке. Он стреляет либо с плазменной пушки, либо с лука. Когда сокомандник пытается поднять, то тут же получает шот. В таких ситуациях лучше даже не помогать сокоманднику, пока он не подползет на безопасное расстояние, вот как сейчас за дом. После этого можно помочь ему. И то не всегда, потому что есть риск, что хищник завалит другого игрока. В данном эпизоде я уже не поднимаю сокомандника, потому что понимаю, если собьют и меня, то шансов не будет, я один остался на ногах. И поэтому все патроны, которые у меня есть, весь потенциал надо уже запустить в хищника прямо. Кого он бьет? Кого он бьет? И после того, как хищник отступил, можно подымать своих ребят. Он съебался, давай поднимай. Не будем делать акцент и на том, когда мы уже охотимся за хищником, а не он за нами, как в этом эпизоде. Здесь мы его выслеживаем по кровяным зеленым пятнам, догоняем. Когда хищник становится белым, его уже легко догнать и подловить на лечении, как тут. Сука, а так хорошо начал, а, Также не планировалось посвящать это видео слабым игрокам за хищника, которые просто стоят на месте, а вся команда их расстреливает. Но, тем не менее, этот эпизод вошел в коллекцию, потому что только я мог умудриться, убегая из радиуса взрыва, попасть в капкан. Вот вам, пожалуйста. Также не это видео будет посвящено тому, как можно достойно сражаться с хищником один на один. Ой, остался уже один. Смотрите, элегантно уворачивается от копья. Залазит на какой-то трактор, куда не может запрыгнуть хищник. Старается вести с ним огонь на средней дистанции, уворачивается от плазменного оружия. Партизан, конечно, тут навалом. Вот, и опять он сейчас будет пробовать залезть на трактор, чтобы хищник его там не достал в ближнем бою. В ближнем бою один на один с хищником крайне тяжело. Вот, казалось бы, и сеть. Слушай, наш герой борется практически на равных. Есть такое ощущение, что появляется шанс, но... Это что такое? Беспилотник. А поговорить я хотел еще раз о разминировании хищника. В прошлом видео я допустил неточность, сказав, что складывается разминирование нескольких игроков. Это не так. Если разминируют одновременно несколько, закончить все четыре символа должен один. И кто сделает это быстрее, ну, значит, тот и закончит вперед. А вторые могут там, два символа собрать или даже три символа, но все-таки кто-то должен завершить сборку четырех символов. При этом, если несколько игроков соберут по одному, два, три квадратика и время закончится, то произойдет взрыв и всех накроет, как говорится, ландышем. Но, помимо всего прочего, я бы хотел сделать акцент, что есть проблемы при разминировании, связанные они с моментом входа. Вот как в этом эпизоде к нам пришел самоубийца в комнату к четырем десантникам. Мы его быстренько вырубаем. И вот в момент входа, когда уже надо входить, у меня начинается перезарядка. И потом, конечно, времени на разминирование может уже не хватить. А в этом эпизоде произошла, пожалуй, самая частая ситуация, когда вместо входа в панели ты начинаешь мазаться. Раз попытка, два попытка, и вот только с третьего раза где-то с ботинок мне удалось нащупать эту панель. Но каждый раз искать панель на ботинках — это еще то занятие. Драгоценные секунды-то мы теряем. Вот точно такой же эпизод, где раз, два, три, четыре. И только с пятого раза удалось зайти в панель. Ну а в данном эпизоде в судьбу матча вообще вмешиваются боты.
Им в последнем патче весьма поправили урон, увеличили. И когда они такой толпой тебя окружают, они могут тебя запросто ликвидировать. Я вхожу в панель, но ботов становится все больше и больше, они по мне стреляют и... Так, символ, другой символ, и все, шотдаун. Вот он, появился хищник. Красотка свалилась с неба. В этом эпизоде нам тоже удастся завалить эту штуку. И тоже мы сейчас входим в панель. И, кстати, здоровья-то много. Но, по-моему, случилось то же самое, что и в предыдущем эпизоде. Боты просто настреляли до того, что у меня начинает глючить панель. Да, здоровье быстро угасает, и панель начинает глючить, я получил ранение. В этом эпизоде с ботами, скорее всего, случилось бы то же самое. Здоровья мало, урон они наносят сейчас большой, мы видим, здоровье тает, входим в панель, но вас... Основное, о чем бы я хотел поговорить в этом видео, это вопрос работы с ножом. Вот мы видим, какой красивый нож есть удача. Это платный набор. С недавним обновлением вышел. Ну, там копеечная цена, в принципе, его можно и купить. Но зачем нам нужен нож? А нож нам нужен для парирования. Выглядит это примерно вот так. А иногда парирование можно сделать и винтовкой. Это выглядит вот так. Зачем же все это нужно? Но давайте разбираться с эпизодами. Вот в данном эпизоде он упал сверху, сбил кого-то с ног и атакует меня. Я его блокирую, и он вынужден переключиться. В это время команда ему наносит значительный урон. Может быть, мы даже спасли команду. Теперь можно и поднять командников. Так, в следующем эпизоде мажемся грязью. Вот он прыгнул. Атакует. Раз, парировал. Два, звезда в шоке. Три. Все, он в недоумении. Такое ощущение, что он просто бросил меня. Плюнул, думает, да ну нафиг с ним связываться. И тут он завалил нашего сокомандника. Надеется на успех. А тут раз парирование, два парирования. Тычок в его сторону, еще раз его прыгнул. Еще разок. И... А здоровье-то у него кончилось. Проблема многих хищников в том, что они наглеют до последнего. У них уже остается совсем чуть-чуть здоровья, и они пытаются убить последнего члена команды. Вот здесь у меня вообще кончились патроны. Я просто подбежал к нему, потыкал его. Он, конечно, тоже ошибся, что стал пушку применять зачем-то. Тут мадама к нам прибежала. Тоже пару раз ее отбили. Контратакуем. И в продолжительных схватках, вот такая как эта, она вернется еще к нам. Можно долго держаться, если подлечь. Здесь бой начался вообще через стену. Раз отбиваешь, два отбиваешь. Раз, два отбиваешь, хищник убегает. А в этом эпизоде он... пришел, как всегда, сзади. Даже сокомандники за меня заволновались. Но ничего, несмотря на то, что он меня зажал, удалось его парировать и контратаковать. А тут вообще интересный эпизод. С моим любимым напарником мы остались вдвоем. Двое наших ребят уже легло. Хищник на меня сеть накинул, но напарник ее снимает, ножом опять же снимает. И вот мы вдвоем ножичками его контратакуем. Раз, два, раз, два, раз, два. И он убежал. Не ожидал он такого. Допустим, он обиделся. В данном эпизоде я остался один и бегу вызывать подкрепление. Ты же проснулся, правда? Ребята переживают, проснулся я. Ну... Разыгрался ли я достаточно, чтобы один на один сражаться с хищником? У хищника появляется индикатор, что вызвано подкрепление и место. Он уже идет сюда. Можно вот прыжок. Кругу, да, здесь действительно можно побегать по кругу. Но хищник хитрый, он остановился, не стал бегать. Пришлось принимать бой на ножах. Один раз отбил. Второй раз отбил. И третий раз отбил. И все. А в этом эпизоде вообще ничего не предвосхищало успеха. Он лобовой атакой снес одного, второго, третьего. И казалось бы, у меня тоже нет шансов. Но вот я один раз парировал. Успел подлечиться. Сейчас лечимся. И еще разочек. Контратака. Многие хищники просто уже, когда 5% здоровья остается, они додавливают последнего. И в этом их, конечно, большая ошибка.
Но опять-таки только со мной могло случиться такое происшествие, когда завалил один на один хищника и долго не мог зайти в панель управления. Ну что ж, спасибо за внимание. Смотрите, вот такой он красивый датчик. Все по канону. До новых встреч.